2009 году мир охвачен истерией свиного гриппа. Человечество болело, и в каждый сезон будет болеть новым гриппом. И нужно уметь уберечь себя и близких. А вот напрасная паника не нужна никому, кроме фармкомпаний, чьи доходы за последние месяцы взлетели до небес. Грипп – болезнь малоприятная и даже опасная. И заняться ее профилактикой, если вы еще не заступили в ряды хворых, никогда не поздно. Итак, простые правила защиты. Пьем много жидкости. Как можно чаще моем руки. Они такой же источник заражения. Проветриваем помещение и увлажняем воздух. Избегаем поцелуев, рукопожатий и контактов с нездоровыми людьми. Все вышеперечисленные меры могут помочь, но не стопроцентно. Самый надежный способ – нормализовать иммунитет. Как? Правильно питаться. Нам требуются витамины, минералы и антиоксиданты, которых в нашей повседневной бедной на полезные вещества пищи не хватает на 70% от нормы. Восполнить недостачу можно натуральными компонентами, которые содержатся в биологически активных добавках пищи – в БАД. Важно помнить, что БАД не являются лекарствами. Это именно продукты для здоровья. Какие из БАД предпочесть для профилактики? Практически все продукты Vision являются адаптогенными, то есть помогают организму приспособиться. Но есть наиболее эффективные. Это антиокс, детокс, хромвитал, сеньор, урсул, виск, эктиви и мега. Высокотехнологичные биологически активные добавки Vision оказывают мощный профилактический эффект. Берегите себя, будьте здоровы!